Пожар в Кемерово. Путин принял отставку губернатора. Аман Тулеев покидает пост губернатора после более 20 лет у власти. В РИА назначен его заместитель Цивилев, который обвинял родственников погибших в пиаре. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку. Российский президент Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар. Ранее Россия объявила в международный розыск украинского пранкера Евгения Вольного, Никиту Кувикова, сообщившего о якобы 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.